Мы пришли всей семьей, нас наградили, поздравили. Редко очень собирается наша огромная семья вот куда-то вместе сходить. А сегодня прям все собрались и все пришли. Мы очень много веселимся, путешествуем, гуляем. Мы семья, а значит, справимся с любой задачей. Так называлось сегодня мероприятие, отметившее семьи долгожителей, многодетные семьи и всех, кто пришел приобщиться к красоте возрождаемого в России торжества. От всей души сердечно поздравляю всех с этим великим праздником – День семьи, любви и верности. Хочется сказать, что святые покровители России – это тоже семья. Россия – это тоже семья. И каждый из нас составляет эту семью. Каждая семья неповторима по-своему. И особенно приятно видеть семьи, одухотворенные общими интересами и целями. Мы очень рады, благодарны, что нас пригласили на такой замечательный праздник. На самом деле, самая большая ценность для нас всех – это наша семья. У меня четверо детей, 8 внуков уже, все мои детки замужем, все меня порадовали. Дети гордятся, что они живут в большой семье. Если нет семьи, то человеку не заменят ни деньги, ни богатство, ни... Вот все это вкупе вместе с любовью, с семьей, с детьми, с половинками – это самое большое счастье на Земле.